Всем привет, меня зовут Наталья, очень рада вас видеть. У нас сегодня распаковка Royal Sample Box. Это один из последних боксов. Забрала на сдеке сегодня. Почему на сдеке? Потому что не работал что-то там постамат, и увезли они мою коробочку на сдек. Вот, пришлось идти туда. Сейчас, извините, немножко пошуршу и буду вам уже показывать, тут рассказывать, что и как. Было там, значит, два варианта наполнения. Я взяла, который, получается, второй, но хотела первый. Вот. А первый очень быстро расхватали, и поэтому я как бы уже взяла то, что успела. Вот. Но наполнение должно быть очень классное. Я заказывала, получается, в самое-самое начало, как только эти коробки вышли. Господи, что я не могу забрать с этой упаковкой. Вот, и поэтому были еще дополнительные подарочки. Подарочки всегда хорошо. Подарочки мы любим. Стоила коробка 1899. Ну, в общем, задрала я, конечно, вообще корову. Вот так, таким образом. То есть сама коробочка и еще отдельно лежат средства, потому что они просто не влезли в этот бокс. Такое тяжеленькое все. Вот коробочка. Такая у нас очень красивая девчонка тут. Какая-то как будто где-то на Гаити, на Таити. The Voice MAC Beauty Box. И три продукта у меня лежат отдельно, которые не зашли в бокс. Так, сейчас будем все рассматривать, обо всем поболтаем по порядку. Давайте сразу эти три продукта. По-моему, вот это вот у меня, да, вот это вот пептидный крем, он был как подарок в дополнение к заказу за то, что как бы, ну вот, заказали в первых рядах были вот эти вот или крем, или сыворотка. Какая-то неизвестная мне фирма Мисалтера by доктор Михайлова. Вот. Вот так это выглядит. И тут у нас пептидный крем, омолаживающий, дает лифтинг, значительно сокращает морщины, уменьшает глубину складок, стимулирует пролиферацию молодых клеток, восстанавливает способность эпидермиса в регенерации. В общем, прям вообще супер. Пупер какой-то состав, коллаген, гиалуронка, выравнивает рельеф, повышает тонус, смягчает. Вот, посмотрим, как это выглядит. Стоило, если как бы по стоимости смотреть, я, естественно, смотрела, да, что это не очень бюджетный продукт, там что-то около 3000. Вот, открывать пока не буду, и по срокам сейчас я вам скажу, 0,4-24, срок хороший, так что пусть стоит, объемчик здесь 50 мл, очень приятный бонус такой. То есть дальше, если коробочку вы бы заказывали, уже без этих бонусов, на самом деле они там постоянно какие-то присылают рассылки такие, что ой, а вот сейчас закажите и будет вам подарок или еще что-нибудь. Ну, такие есть у них моменты. Так, дальше. Лайфкод. У меня это горячее обертывание. Я не помню, должны ли быть там какие-то рандомные вещи или как-то там все подряд. Вот честно не помню, потому что уже давно заказала. И вот то, что пришло сейчас, для меня это будет как бы опять сюрприз, потому что уже забыла, что там в наполнении. Тут какой-то апельсин с корицей, я так понимаю, пахнет. Сейчас скажу. Вообще апельсин с корицей, это должно вкусно пахнуть. Да, приятненько, прям цитрусовым чем-то. Ну, горячее обертывание, это всегда хорошо. Это как бы хорошо, может быть, даже в баньку сходить, хотя я не очень люблю, но посмотрим. Так, еще у нас тут гарнир с витамином С. Гель сияния, увлажняющий уход, увлажняет 48 часов, придает сияние, выравнивает тон кожи для всех типов кожи. Я такую не видела еще вещь. Даже вот я работала, сколько у нас такого не было. О, он прозрачный, это классно, я такие вещи люблю. Потому что я использую New Face микротоки, и на прозрачных вот таких вот гелях он отлично просто работает. Поэтому это мне всегда как бы будет хорошо. То есть это можно и смыть, если что. Ничего страшного. Просто нейтральный какой-то аромат, чуть-чуть слегка с карбиночкой. Прикольно. Открыла уже такая. Ну ладно. Так, срок годности у нас здесь... Ой, 25-й год. Нормально вообще. Класс. А на обертывании срок годности... Я всегда проверяю, потому что я знаю, что грешат как бы такие коробочные боксы тем, что могут положить что-то, что уже
Хо-хо-хо, подходит. Так, дата изготовления 15-12-21. 21 год. Ага. А срок годности 24 месяца. Это 2 года, правильно? А, ну 23. Ладно, окей, забираю свои слова обратно. Нормально, все. Так, ну и открываем саму коробочку. Еще раз вам ее покажу. Вот такая вот красотулька. Тут у нас... Ох, всего, классно. Вот, такое наполнение. И давайте разглядывать карточка. Я выбираю звучать. Тут у нас какие-то... Первый Beauty Box Voice X Royal Sample. Идеальный набор средств, которые помогут каждый из вас показать свою истинную красоту всему миру, окружить себя безупречным уходом и заботой, а также устроить себе настоящий релакс. Будь собой, говори громче, чтобы посмотреть, что входит в состав, на QR надо навести. И прям по порядку давайте. Биоблас. Какой-то шампунь у нас тут с чесноком. С чесноком и с чем-то еще. Против выпадения волос, экстракт от чеснока и оливковым маслом. Содержит запатентованный растительный комплекс с витамином В19 против выпадения волос. Это всегда хорошо, как бы выпадение волос всегда актуалочка, как бы, и это я люблю. На запах сейчас посмотрим. О, приятно так пахнет. Не чесноком. 150 мл. И годен тут непонятно. Годен непонятно. Made in Turkey, между прочим, в Турции сделан. Очень интересно. Не вижу срока годности, ну ладно. Так, дальше. О, вот это я прям, вот из-за этого я заказала коробочку. Вот из-за этого еще один продукт, потому что я так посчитала, что это просто окупает всю коробку вот эти вот средства. Это у нас Icon Skin 12% пилинг. Так, на миндальной кислоте. Аха, кислота это с крупным размером молекулы. Короче, очень классная должна быть история. Потому что это прям мягко отшелушивает кожу, помогает деликатно удалить верхние клетки эпидермиса, стимулирует клеточное обновление, нормализует работу сальных желез, очищает поры, уменьшает проявление акне, выравнивает и улучшает тон кожи, стимулирует синтез коллагена, возвращает кожу эластичность и упругость. То есть это та история, когда у вас и на проблему с высыпаниями работает, и уже проблема как бы возрастная. Это как раз вот где-то мой случай. Так, посмотрим, как это выглядит. Ну, это просто вот в виде таком в стеклянном формате с пипеточкой. До 24-го срока годность. Отлично просто. Буду, не знаю, когда, но буду использовать. Так, что я вижу вот такую большую упаковку. Это какой-то Лавен. Какие-то вот прям вообще бренды мне неизвестны. Это очень интересно. Это у нас освежающий и увлажняющий тонер. Отлично просто. Тонер это супер. И у нас... Изготовление 09-22, вообще свежайший просто, и это просто супер. Будет всегда, тонер это всегда нужная вещь. Так, Ликата 10 в одном, сыворотка спрей. У меня есть такая, по-моему, в большем объеме, или она у меня какая-то другая, но побольше у меня точно упаковка. Здесь 100 мл, мгновенно преображает внешний вид волос, создает естественный блеск, разглаживает структуру по всей длине, защищает от теплового воздействия, смягчает укладку, маскирует текущиеся кончики, не утяжеляет, снижает пушистость волос, упрощает расчесывание и защищает от ломкости. Вообще, Ликато бренд такой интересный, инстаграмный как бы. Вот, и думаю, я ту еще не пробовала даже сыворотку, но мне в Сочи осталось. Вот, думаю, в принципе, вот эту маленькую можно кому-то подарить. Посмотрим. Так, что у нас тут дальше? Какой-то крем. Крем вот такой вот большой объем. И это у нас лосьон для тела антивозрастной с оливковым маслом и витаминами. А, отлично просто. Просто супер. Обожаю лосьончики для тела. 24 год срок годности. Гудедж. Не знаю, что это. А, это Лайон. Ничего себе, это Лайон. Японский, что ли? Да. Таиланд. Это в Таиланде произведено. Класс. Супер. Мне состав очень нравится. Урьяш термалочка. Это как бы по классике. Но я люблю, обожаю термалки. Это всегда хорошо. Это всегда пригодится в нашем косметическом, так скажем, хозяйстве. Так, дальше. Дюкре. Это у нас, наверное, очищающая какая-то история. И это что? Foaming gel, facing oil, acne. Ну да. Это очищение против несовершенств. То есть для проблемной кожи. Отлично. Супер. Просто очищалочки, умывалочки. Это я все тоже люблю. Тут интересно запечатано. Пахнет мыльненьким чем-то.
Холи-поли. Ой, это какой-то у нас апельсиновый такой вот красивый крем для рук, интенсивно увлажняющий. Он запечатан, открывать не буду. Но вообще Холи-поли — это наш российский бренд. Очень интересный. У меня кое-что уже было от него. Я уже как бы могу делать выводы об этом бренде. И очень даже, да, я рада, что... Ну, крем для рук всегда хорошо. В любом случае, класс. Пока мне вообще все нравится. Ни одного продукта мимо. Лимони у нас. BB-крем. Вообще класс, да? SPF 20-28, PA++. И тут у нас он гиалуроновый. То есть тоже ценник на него такой, наверное, не маленький, на этот крем. Сейчас мы посмотрим по цвету, что тут. Как-то так. И давайте распределю. Ой, какой он приятный. Но он, конечно, темноват. Если на белокожиков будет темным, а мне вот хорошо. Я как бы... Ну, я такая среднего цвета лица, так скажем. Натурального. Ой, хороший. Хорошо, класс. Так, дальше. Апивита — это у нас масочки. Вот такая увлажняющая и защищающая маска для лица с морской лавандой. Средиземноморская диета для кожи. Такие две сашеточки. Интересно, я не пробовала апивита, по-моему, вообще еще ничего. Лаванду, правда, я не очень люблю, но в любом случае попробовать очень будет интересно. Так, дальше что тут, что? Ой, смотрите, какая красота. Это у нас увлажняющая маска для рук «Звездочка» Puri Derm. И вообще супер. Я такие вещи тоже очень люблю. Вот тут срок годности 01.23. Угу. То есть надо уже прямо сейчас как бы делать. Ну, не такой уж прям, ладно, прям это, не про срок. Вот, ну, масочка для рук, для ног, это все понятно. Как бы одели, посидели, и вам хорошо. Дальше у нас тоже Holy Poly Young and Beautiful. Вот такая тканевая маска для лица на кремовой основе, питающая, с медом и манго. Манго, конечно, да. Мед не знаю, но манго — это супер. И я очень-очень-очень-очень рада попробовать. Не знала, что у Holy Poly есть еще и тканевые масочки. Ого, это какой-то прям такой интересный тут продукт. Это у нас премиальная биоцеллюлозная маска, восстанавливающая Active Biocellulose Facial Mask для всех типов кожи. Успокаивает, восстанавливает, бла-бла-бла. И тут какая-то даже скидочка 10% у нас. Skinwell — это фирма. Посмотрим, интересно. 0,5-23. Такая вот маска, прям вообще с экстрактом цветов ромашки, неоцинамид, аденозин, все как мы любим. И еще тут два продуктика осталось. Это La Miso, вот такой кератиновый филлер. Ну, кератиновый филлер — это для моих волос всегда хорошо, корейский бренд. Я, кстати, La Miso, я еще, наверное, по-моему, ничего не пробовала, если я так, если мне не изменяет память. Но филлеры я очень люблю. Ну, мне кажется, они все одинаково, примерно плюс-минус действия, поэтому да. Буду пробовать и, конечно же, вам потом расскажу. И последнее, что тут было, и из-за чего, собственно, я тоже как бы посчитала, что этот бокс надо брать, это вот эта тушь L'Oréal Telescopic черная. Она у меня такая же сейчас в использовании на глазах. Вот я не знаю, насколько вам видно, это в один слой. Я как-нибудь сниму вам свою декоративную косметику, которую я сейчас пользуюсь, я просто вам покажу, насколько классная тушь. Она очень необычная, она как четко как палочка, то есть вообще кажется, что мне даже щетина. Я как бы никогда бы не подумала, что она будет так классно прокрашивать. Но когда я взяла ее в использование буквально вот недавно, я просто делала так вот, чик, и вау, я просто обалдела. Как бы меня трудно удивить, тем более как бы, да, там через меня очень много всяких тушей этих проходило, сколько я их повыкидывала, всяких разных, которые мне не подходили. Но это просто класс. И я когда увидела, что в этой коробочке есть эту тушь, я, конечно же, сказала, да, берем, дайте две. Но две не взяла, ну да ладно. Так, срок годности, что меня интересует, и я его сейчас найду, наверное, где-то он тут. Так, 0,5-21. Это что, изготовление? Ни слова по-русски. Вообще сроки годности на тушах пробивают таким... Да, 25-й год. До 25-го года, моя ж ты зая, будет лежать. Класс. Я довольна. Супер просто бокс. Супер наполнение. Как вы считаете? Я знаю, что некоторые девочки тоже себе такое заказывали. Так что, Наталья, давай распаковывай, тоже снимай.
пишите ваши комментарии, будет интересно почитать, пообсуждать, поразмышлять, да, на тему нужности, ненужности. Но вообще считаю, вот даже если такой подарок идет дополнительный еще был, да, супер просто. Единственное, может быть, ну что вот я бы, насчет чего бы я засомневалась, это вот, ну, обертывание, как бы, ну, так я как бы это ленюсь делать, так скажем, но буду, теперь буду делать. Вот, вот такая красотища, как вам понравилось, нет, опять же, да, пишите, ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на меня, мне будет очень-очень приятно. Пока-пока.